Ну что, уважаемые граждане России, я решила записать видеообращение к вам. Я гражданка Израиля, уроженка Украины. Я не звезда, не политик. Я обычный средний гражданин Израиля. Я вчера была на демонстрации в поддержку Украины, и нас просили сделать все, что мы можем, чтобы донести каким-то образом информацию до вас, уважаемые граждане России. Я это делаю. Делаю, что могу. Не знаю, может, нужно доказать того, что это не фейк. Ну, в общем, это не фейк. Я могу вам показать. Я нахожусь на своем рабочем месте в каньоне. Здесь есть надписи на иврите. Есть касса с часами. Вы можете увидеть время. И вот что я вам хочу сказать. Россия напала на Украину вероломно в 4 часа утра. И это война. И вы бомбите украинские города. Погибают женщины, дети. Погибают солдаты с обеих сторон. Вы запускаете страшное оружие, кассетные бомбы. Вы рушите старые города. И это все ужасно. И да, есть война. И да, есть потери. И да, погибают ваши же дети или дети ваших соседей. И ваше правительство даже не хочет забрать тела погибших ваших детей. Вы говорите, что вы вернулись к Богу, в большей части вы стали верующими, что-то там в церкви ходите. Так вы спросите вашего Бога, что это такое? Это нормально напасть, пойти войной на суверенное государство, убивать ни в чем не повинных людей, бомбить старые города? Спросите его. Конечно, есть в России люди, которые говорят, которые не молчат. Но их так мало. Вы боитесь выйти на улицу. Это все понятно. Вас заберут в тюрьму. Вам дадут 5 лет. Все такое. Но вы же должны что-то делать. Вы посмотрите, весь мир поднялся. Вы слышите, что происходит? Вы становитесь страной-изгоем. Вам вешают этикетку «Страна-террорист». Хорошо, вы боитесь выйти на улицу, допустим, но вы можете и просто не выйти на работу, остаться дома. Вот вы, например, работники метрополитена, транспорта Москвы, транспорта больших городов. Останьтесь дома, проснитесь, люди, вы совершаете преступление против человечества. Это страшно, это правда, это не ложь, потому что весь мир восстал. Вы понимаете, что вы делаете? И
и ваш Бог, и ваши дети, и ваши внуки вам не простят, если вы будете продолжать молчать.